Снимаю видео специально для канала «Сам себе гуру». Видео-ответ. Итак, у нас спор разгорелся от того, что я утверждаю, что ваги ненадежное соединение, скрутка надежнее со сваркой. Рассмотрим такой пример. Простецкий. У нас есть линия питающая. К ней подключена какая-нибудь нагрузка. Возьмем вот этот кусок провода, да, например, сечением, неважно каким. Это не суть столь важно. Вот, например, кусок провода, да, складываем, как скрутка, да, представили, да, скрутили. А здесь заварили за место соединения сварка. Ну, то же самое, в принципе, сечение не меняется проводника. И что вы хотите сказать, что ток пойдет по наименьшей длине или по наименьшему сопротивлению? Наименьшее сопротивление будет всегда в проводнике в самом, а не на поверхности контакта. Он пойдет по проводнику. Так что не надо тут этот. Еще пример, например, да? Ну вот сопротивления нету под рукой. Что бы такое? То есть, пример такой банальный. Что же? Так, ну ладно. Будем фантазировать проще. Да, чтобы фантазия развивалась. Например, вот это вот сопротивление, да? Ну, представим, что это резистор. Просто нету под рукой. Сделаем это вот так. Проводник приведем в порядок, да? Вы утверждаете, что место первого касания, да, с меньшим сопротивлением будет проводить ток. Или там вот два резистора, да, вы говорите, что по 0,5 Ома, да, вместе там скрутили, да, в параллель там. Один на 20, на 0,25 там ватта, другой на полуватта. Ну ладно, представим вот это сопротивление. Вот это вот у нас, например, проводник весь имеет сопротивление на вот такой вот отрезок, да, например, 0,5 ватта, да, вот именно на эту длину. Но прикрутили мы его сюда, да, только вот эта шпилька, грубо говоря, которая вот резистор, имеет меньше мощность. Это все равно, что просто тоньше провод сюда поставили, в параллель. И что вы хотите сказать? Что ток потечет вот по этому сопротивлению? Да никак нет, он потечет по проводнику только. И это место наоборот будет меньше греться. Потому что сопротивление тут еще упадет. А то, что вы приводили пример потоком по таким. Там просто теплоизлучаемость, сопротивление, способность излучить тепло не такая великая, они перегорают. Но я, по крайней мере, таких примеров еще не встречал. Параллели вы запитали, и оно что-то там перегорело. У вас они оба обуглятся, скорее всего. Ну и честно говорю, не проводил такой эксперимент. Но я вот вам простой пример, что поставьте сопротивление вот так вот. И что, оно греться будет? Да хрен-то там. Ладно, всем спасибо. Учите матчасть, физику учите. Всем пока. Так, у нас возник спор на канале, ребятки. И для проверки наших гипотез сейчас проделаем некоторые эксперименты. Вот для этого возьмем катушку. Поскольку я не хочу здесь делать взрывы на 220 вольт, все это мы сделаем культурно, так сказать, на более низких токах. Вот. Я уже здесь заготовил. Здесь три жилы. Видно, да? То есть здесь три жилы провода. Они скручены вместе. Сейчас я концы спаяю.
И удельное сопротивление этого проводника равно вот этому. Для этого, чтобы нам определиться, что же сгорит первое, нужно сделать такую штуку. Прервемся. Как мы знаем из физики и всяких других вещей, что у нас чем больше сечение проводника, тем сопротивление у него меньше. Поэтому мы с вами берем одно и то же сечение провода, закатываем его в троечку, и у нас будет в три раза больше сечения, значит, у него, по идее, этот проводник, чтобы у него было такое же сопротивление, должен быть меньше в три раза. Ну, вот я и беру раз. И это одно и то же как бы сопротивление получается. Теперь мы попробуем это проверить. Я не знаю, как у меня этот возьмет. Потому что я тут разматывать катушки по метрам тоже не хочу. Вот такая у нас штучка получается. А может быть, я формулы не рассчитывал, сечение туда-сюда. Может, она в два раза длиннее должна быть. Не знаю. Давайте еще. Боялась. Получается, у меня здесь три жилы, здесь одна. Это сопротивление, значит, такое же, как одножильная. Вот в чем заблуждение. Это насчет, почему сгорает. Берем следующий, более качественный проводник. Тоже закручиваем все это. Потому что тот у меня был с изоляцией, а этот не хотелось бы. И закручиваем здесь это все. То есть, по идее, это должно быть одинаковое удельное сопротивление у них. Вот, я держу провода. Сейчас наклоню это, уберем отсюда. Представляете, какая температура плавления? И положим какую-нибудь металлическую крышечку, что ли. Ну вот, типа такой у нас будет коротить, да? Ну ладно, будем делать на весу. Бог с ним. То есть зажимаем клемму. Ну не клемму, а провод один. Съемка была замедленная. Я держу. Включаю камеру. Видите, этот провод как бы остался еще. Ну, какой-то из них остался. То есть там, где было по три. Так, теперь это нам не надо, и нам нужен вот этот
Вот эта штука нам нужна. Это будет как бы имитация нашей клеммы. Так, берем тоже, прикручиваем проводочек к одной. Ток, конечно, тут сумасшедший, тут 60 ампер. И другой сейчас прикрутим это дело. И давайте с другой стороны, там подлиннее. То есть что нам мелочиться? Полить так полить, правильно? Что нам блядь, стоит-то? И берем другой проводник. Вот. Чтобы у нас не разорвалось. Естественно, сгорит тонкий, логично. Чтобы это поглядеть, давайте посмотрим, как он у нас горит. Пошел, пошел, видите? Понятно, да? И теперь возьмем такую штуку. Возьмем такую штуку и сделаем нашу скрутку. Сделаем нашу скрутку. Скрутку вот такую. Значит, берем, делаем скрутку. То есть сюда не очень страшно. Видите, да? О, я ее порвал. Давайте другой возьмем провод. Неважно. Давайте подлиннее возьмем. Можно даже два взять. Без разницы. То есть мы берем, делаем скрутку. Видите? Так, и опять будем экспериментировать. Но мне уже страшно. Сейчас будет настоящий взрыв. Так. Вот наша скрутка. Будем смотреть, где у нас будет гореть. Это дело. Закручиваем сюда оба их. Согласен, да? Где оно у нас будет сгореть? В чем вообще заблуждение этого всего дела? Это, наверное, нам не надо. А, ну вы тоже увидите. Увидите это все воочию. А, может разогреться сильно. Поэтому давайте-ка его уберем отсюда. Еще один сделаем эксперимент. Еще один потом сделаем эксперимент. Совсем другой. Ну тоже с такой же скруткой. Вот наша петля. И как будто тут сварка, да? Так, берем. Значит, ставим сюда, зажимаем. Эту тащим сюда. Прижимаем пальцем. То есть это наша скруточка.
Теперь смотрим внимательно. Тащим сюда. Теперь видите, что получилось? Где сгорел провод? Внимательно смотрим. Внимательно смотрим на эту штуку. Сейчас я положу на руку, где у нас сгорел провод. Это я как бы показываю, что я, конечно, могу петлю разрезать, но от этого абсолютно ничего не изменится. Давайте смотрим, где сгорел провод. Вот на руке будет хорошо видно. Видите, да? Нет? Ой, сейчас потеряется еще. Смотрите внимательно, где сгорел провод на скрутке. Так в чем надежность? В скрутке, что ли? Видите, да? Где сгорел провод? Давайте телефон врубим. Так, давайте смотреть, что у нас получилось. То есть у нас перегорело, видите где? Черное. Там, где у нас усиленно скручено, то все нормально. Видите, да? То не обгорело. Обгорело, ну, черное, где, значит, начало и конец скрутки. Видите, да? Нет. Вот это место, где наиболее сильно. И начало, смотрим, да? Значит, обгорело здесь. И начало скрутки. Так. Видите, да? То есть он сгорел не где-то там. Может, здесь надлом был, может, еще что-то. Он совершенно сгорел не там, где нужно. Так, давайте еще сделаем эксперимент. Почему бы нет? То есть делаем скрутку опять. Разведем его, чтобы не дай бог что-то соприкасалось. Такая вот, мне хочется тоже понять, так в чем же надежность-то? Что скрутка не горит, что ли? В этом надежность. Все остальное горит. Тоже здесь как бы разная длина проводника, но я сейчас постараюсь одинаково сделать, чтобы это, ну, более-менее, чтобы было одинаковое. То есть это у нас скрутка и петля. Резать я не буду. Пускай это у нас как будто сварка. Здесь какая-то скрутка. Еще раз смотрим. Должно полыхнуть быстро. Без всяких выпендрежек.
То есть у меня здесь немножко плохо получается. Давайте наклоним, чтобы было видно. Еще раз погнали. Не зажать никак. Поехали. Вот горит в одном и том же месте. Понимаете, что на вага горит в этом месте, что на скрутке. И теперь такой вопрос. В чем заблуждение вот этого всего? Значит, скрутка у нас осталась, провод сгорел. Это считается надежно. А то, что провода оставляются и горит вага, это ненадежно. Так что лучше, поменять вагу или сам провод?